Патриарх Кирилл утвердил решение суда о лишении сана протодиакона Кураева. Да, то есть, если вы помните этот суд, и как он, епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. И вот я зачитаю официально, это решение по делу 5054-2020, о как, согласно которому епархиальный суд признал запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю, извержению, блядь, просто обоссаться. Вот, и поставил свою подпись патриарх и изверг из сана Андрея Кураева. Ну, пользуясь случаем, что можно сказать? На месте Кураева, да, надо создавать свой парк аттракционов с блэкджеком и шлюхами, как робот Бендер. То есть, в нашем случае это свою русскую православную церковь с церквями и монахинями, да, или монахами, да, там как угодно. И все. Ну, вот они его извергли из сана. Ну, ради бога, ну, сделай свою РПЦ. Я, кстати, с удовольствием перейду в его РПЦ, если Кураев сделает, скажет, вот хочу там делать свою русскую православную церковь. Не для там вот пидоров всяких, там гундяевских, в хорошем и в плохом смысле пидоров, да, вот, а для нормальных людей. Я с удовольствием. Так что сейчас, ну, я понимаю, что Кураев это не сделает, а вообще было бы прикольно. Протодиакон, это что-то инфернальное. Ну да, протодиакон. Церквям и мечетям просят дать скидки на свет. А зачем им свет-то? Пусть их Боженька освещает.